Вторые сутки борются с лесным пожаром в области Абай. По данным ДЧС, уже выгорело больше 1500 гектаров леса. Тушение пожара осложняет сильный порывистый ветер. Огонь тушит свыше 100 единиц техники, пожарный поезд и 400 человек. Задействованы два вертолета. С их помощью сброшено больше 30 тонн воды. По данным ДЧС, угрозы для населения пока нет. Тем не менее, подготовили автобусы для эвакуации жителей двух населенных пунктов. Ближайшее село Ивановка находится всего в 7 километрах от возгорания. Напомню, накануне на территории Алтайского края соседней России загорелся сухостой. Там пожар потушили, но огонь перекинулся на территорию нашего природного резервата семьи Ормана.